Hello, друзья, с вами Стивпро, и сегодня я покажу вам текстурпак FineTool для Майнкрафта PlayStation. После установки этого текстурпака ваш Майнкрафт изменится до неузнаваемости, и разрешение текстурпака 64 на 64 бита. Да, довольно высокое разрешение, но все же, как видите, текстура травы стала просто очень классной, то есть она стала высококачественной текстурой. Да, конечно, также здесь изменили водичку, изменили тростник, он стал очень красивым тоже. Ну и, как я сказал, водичку изменили, она стала просто прекрасной. Изменили песочек, он стал тоже детализированным. Ну и, конечно, нам изменили деревья, в том числе и их листву. Листва стала просто реалистичной, то есть такой же, как и в реальной жизни. Ну или, можно сказать, почти как в реальной жизни. Вот такая елочка у нас стоит. Да, и теперь давайте перейдем к мобам, которые мы сейчас заспавним. Да, вот такой житель, он стал вообще серьезным, друзья. Прям серьезный бизнесмен. Ведьма. Ведьмочка наша, она вообще не изменилась, только стала маленько качественней. Ну и, конечно, у нее прибавились маленькие пиксели. То есть она у нас постарела. Но, к сожалению, в этом текстурпаке остаются баги, связанные с цветочками или даже с грибами. Да, как помнить, ух ты, нифига себе. Овечка, ты что курила сегодня? Скажи ты мне, друг мой. Как вы думаете, что она сегодня употребляла утром, друзья? Ну, очень интересно, интересно. Вот такой, кстати, с солнышком. Изменили блоки в режиме креатива, изменили интерфейс, а также изменили интерфейс и в режиме выживания. Ну, как вы знаете, все изменяют, но все же остаются мелкие баги. Также нам изменили вид брони, то есть она стала просто очень красивой. Вот такая кожная броня, конечно, есть и железная, и кольчужная, и алмазная броня. Но это уже посмотрите сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.